еще одна юная искорка, Сашенька Довгань, которая сделала за последние годы большие успехи. Я ее знаю уже достаточно долго. Она учится в ЦМШ у Миры Алексеевны Марченко, прекрасного педагога. Она была у меня на конкурсе в Астане, Нур-Султане. И, конечно же, незабываемая ее победа на конкурсе Grand Piano Competition, после чего она растет, она играет. И мы желаем ей больших успехов. Сашенька, встречайте Александра Довгань. Она сыграет бетховенская ронда «О потерянном гроше» и две прелюдии Рахманинова. Это соль мажор и до минор. Правильно я говорю, Саша? Все правильно. Thank you.
Александра Довгань. Браво, Саша.